пришел моторчик из Китая, но через Германию, чтобы в Швеции не платить налог. Все этикетки заклеены, как вы видите, китайские. Все заклеено. Тут ничего не понятно. Ну, написано Made in China, это все упаковки идут с Made in China. Вот. Здесь у нас стоит только что приехала это с Deutschland, Германия. Врубайтесь. Все это только с Германии. Мотор называется Bafang. Или Bafang. Здесь Made in China, все дела, черепыри. В чем прикол? Когда из Китая приходит посылка в любую другую европейскую страну, кроме Швеции, ничего платить не надо. Но если приходит эта посылка из Китая в Швецию, то за это надо платить таможню. То бишь 25% получается. Вот. А если эта посылка пришла сейчас из Германии, то я за нее ничего вообще не платил. Ноль. Ноль. Зеро. То есть китайцы поставляют продукцию свою в Германию, а Германия заклеивает этикетки все. Вы поняли? Вот эти этикетки заклеивает левые. И наклеивает свои. Как будто это идет из Германии. И оно приходит на обыкновенную почту, пришел ко мне прямо по адресу. А, это вилки, нифига себе, две даже дали. Ничего себе. А, это защита. Вилка, защита. Здесь у нас что? Да, перчатки я одел, потому что это все-таки Китай. Хоть и долго шло, но вирус, он коварная вещь. А, это педали. Нет, это не педали. Это тормозные штуцера. Тормоза, короче. Тормоза. Оба тоже тут. Это что? Это ключ, которым собирать потом всю систему. Это я вам потом покажу. Вот здесь в маленькой коробочке, походу, сам процессор. Да, это самый обыкновенный LCD процессор. Колечек, шестеренок. Нафиг, когда я его соберу, даже не знаю. Это педали. Педали. Алюминиевые. Да, настоящий алюминий, смотрю. Не пожалели. Это алюминий. Это вторая педалька алюминиевая. Две они разные. Правая, левая. Он-то небольшой. Он вообще малепусенький. Я-то думал, это бандура. Я-то думал, это бандурище. А здесь, смотрите. Ну, что это такое? Это что, мотор, что ли? Это что, моторище, что ли? В масле, все дела. Вот эта штука цепляется вместо педали. О, какое моторище. Не, ну да, он весит, конечно. Килограмма 4. Блин, 3. Килограмма 3. Что тут у нас еще есть? Так, мотор, рычажок скорости. Потом нажимаешь скорость, такой джин-джин-джин-джин-джин-джин. 250 ватт мощность. Все.
так вот выглядит в собранном виде теперь электробайк. Это мотор, это батарея. Проводку надо будет спрятать в раму, это уже зимой. А так вот все уже готово. Уже летаю. Датчик скорости. Все на стрейпах. Мотор Бафанг. Семьсот 50 ватт, батарея 48 вольт, 20 ампер-час. Газ, компьютер. Минимальная скорость 16, максимальная 51 за сегодня. Поставил только одну ручку с разрывом цепи двигателя. Вот она идет, разрыв цепи. Вторая родная оставил. В принципе, они как бы и не нужны. Когда педали перестаешь крутить, то двигатель перестает работать. Выглядит цепь.